Да, но хилов не убивайте, пожалуйста, не бегайте, пока там болячка висит. Фигаст приметается. Лучше постой. Так, помимо Хекси, есть кто-то, кому лут не нужен с этого босса? Так, Лёха, тогда на замену. Полина хила, логи обратно в рейд. Можно как-то рез. Еще кому не нужен лут с Каратроса? Там Элбрелл, не забудь закинуть босса. Он что-то не плюсует? Я плюсовал, ты просто не увидел, наверное. В ДЦ или в холике, Лёх? И в ДЦ. Мосса тоже на замену. Ренжу. У вас арестор броит. Офиг бы вообще. Без него обойдемся. Пускай отдохнет одного босса. С первой по четвертую группу, кроме Хекси, кому не нужен Каратрус? Чего вы стали кишке-то в этой, блядь? Сядь на замену, будет киллер в рейд. Можно я пока мертвая на минуту отойду? Можно. Войт, выведи лучше сюда, нахуй ты его там делаешь. Как убьем колосса, ставим шкаф и суммоним людей за ними, которые стоят. Поставлены в рейд. Я поэтому куда и повел, или смотрю. Отойдите от меня, коронавирус ревущий, отойди, кто там? Сплетение змеиных колец кому нужно в рейде на мейнспект? Походу никому. Кирс, почем у нас сплетение? Ты в курсе? 70. То есть 60 ГБ, верно? Угу. Бля, аккуратно, не сагрите, больших всех порезайте там, отойдите. Нужно ускоряться. Поставьте шкаф. Кто-нибудь из логов. Санте, логи, поставьте кто-нибудь шкаф. Осторожно, колосс идет, ребята. Вот, да блять, нахуя, дал бы резнуть всех. Там все резнут. Короче говоря, убиваем этого колосса, и после него уже точно ставятся шкаф и сумонятся люди с замен. Да тут осталось-то, сколько там, 3 штуки колоссов. Ну типа 3 человек будет профитно самануть в какой-то степени. Особенно когда один из них хил.
Жунан, полутай вот этого большого. Локи или Санте, поставьте шкаф. Локи упал ранее. Давай, короче. Твой час настал. Вот этого полутай, который рядом с тобой жить большой. Там комбат висит, он из-за этого не может. Подожди, ты по рейду бегает. Библ, лутани большого. У кого боя нет, резните, пожалуйста. Спасибо. Библ, лутани большого, да. Что тебе надо? Большого вот, вот этого лута. Раньше была Артемия, которая над каждым мобом там сидела, теперь это было. Да вот большой лежит. Вот они там на тебе добычи. Ой, бля. Что ты с ним? Трусы что ли снимаешь? Вон, видишь, ничего себе, 6 штук тебе. Первые шишки. Между прочим, половину сопрота только что сделал. Почем сейчас воронки? Блять, дальше трэш. Всех с ума надо. Воронки? Да. В аукционе покупал по 2к. С аукциона. Вот вам ответили. Резист, не надо меня с ума не надо. На оке, в ЛФГ за 1.5 можно купить, я думаю, спокойно. На ЛФГ время надо там спамить, а так пришел, купил на аукционе. Ну да, ну типа не такая прям критичная разница, что... Не как раньше. Этот вирус. Осторожно, трэш по бокам, нас не убит. А чё мне спекаться в ДД, блоккиллер в танке, я смотрю. Блин, ну разбегитесь, ну чё вы... Ребята, ну вы наберёте раньше, нет? Всё, аллилуйя. Блять, мы в трех точках одновременно агрим, да?
Нелик сказал, идем долго, надо ускоряться. Мага убейте уже. Чё, большого сразу забирать? Коронавирус, Рейндж. Рейндж, наберите. Я уже хотела в угол, так нечестно. И столько войда кто достает. Кто со мной рядом стоит? Это Витя. Ну, босс, только не согреть. Коника, что ты притащишь, трэш? Значит, в танках у нас Блэккиллер и Пегас 3. Войд, хочешь потанчить? Да, конечно. Ну и ты тогда. Значит, Пегас 3, держишь шамана у прохода. Красная метка и Пегастрий твоя. В ней держишь шамана.
Блэккиллер держишь, значит. Босса и Ханта. Войд держит Приста. После смерти Приста заберешь на себя Ханта. Поставьте шкаф кто-нибудь. Короче, твои две рыбы слева и самая большая рыба. Сопрот, не забудьте. Две наги, Блэккиллер. Сам Каратрос и Шаркис. Пегастри, твоя метка крест. Танкуется в кресте. Молод и красив, твоя задача хилить и Пегастрия, который на шамане будет. Здесь все пьют сопрот. Так, я им тотему поставлю. Верчи на пул. Ребафните крест по шаманам. Тотем на лед можно? Я на огонь поставила. Поставил. Пул по отчету. Блять, Блэккиллер, ты подожди. Блэккиллер, ты тут? Затем, что она нужна, чтобы у меня отколешился даун. Блять, босс его не будет сразу бить. По тебе сразу удары будут. Зачем тебе ее снимать? Чего ты боишься? Короче, я тебе один раз скажу, не снимай ее. Молод и красив, ты хилишь и Пегастрия. Он танкует шамана в 3D метке крест. Ты в тотемах стоишь. Владин, вот я тебя поставила. Пол по отсчету. Что значит так сойдет? Тебе что, плохо или что? На меня не надо напуливать, ребята. Это могу рубля. Дайте иннера. Не выжили ману. Где стоишь? Внизу. Что там стоит? Можешь снимать дюк. Можешь на Алексу повесить.
Кон? Нет. Нет. Ну, я тоже завис. Тоже. О, отлагивает. О, да, отлагал. Сука. Нормально. Прекрасно, сразу пинг 600-чик. Нет, все хорошо. Меликин, вам весело очень. Да тут ДБ мне нужен просто в целом-то, если меликэм подходит, наверное, в этом есть какая-то замануха, и можно вместе с ними передвинуться. Замануха – хорошее слово. Примерно, ребят, 20-25 секунд и отбегается. А на том, когда кто умирал? О, отпуск. Не помню, там кто-то тоже отличился. Там наоборот, еще кто-то был. Когда ты говорил, типа сразу 200-очки будет, типа запомнишь их. Это было на Киркасе. Редвар, это было на Кильтасе. Те, кто умер от бомбы и от лужи. Я их помню. Так что, ребятки, кто сейчас умер от огненной звезды, с вами то же самое. На сегодня я это простил. Следующий рейд — это сразу начало с 200. Блэккиллер, тебе лут еще откуда здесь нужен? Ну, оставайся в рейде. Седьмая, восьмая группа. Кому нужен лут с Марагрима, Гидроса или Вай? Давай еще могу уступить.
Никому, кроме Джокера, не нужен, значит, Джокер в рейд, остальные погоди, даже спать. Погоди, мне пояс нужен с Тайдаса. Блэк, погнали, погнали, я трэш приведу с этого, танчик прям впереди здесь. Я сейчас трэш весь приведу. Кават, вроде никому не надо спать, я не это. Для тех, кто не читает, сплетение на мейн кому-то надо? Нет, должен был быть байер, так что зайдешь за ним. Так, еще сядь, нужен пояс. Вага, а что, какие планы на потом? Ока, тебе за пистоном. Мы, собственно, тебя ждали. Да, он сходил, и там ни хрена не выпало, как обычно. Лага, можешь груплут, в принципе, поставить. Да, уже сменил. С Марагрима кому лут не нужен вообще? Из третьей и четвертой группы. Ай, блин, не помню, в какой я, у меня багается во время боя. Сантей ровно на одного босса отпускаю. Так в смысле, а чё, Сантей, я могу уступить, хули я тут вагон, наверное, буду? Сантей это топ ДПС. Танчи давай. Не, я-то в ДТ уже, я не танчу. Там это, ты Неликс бафуешь, Неликс расстроится, если ты уйдешь, поэтому окей, оставаться. Да я только рад остаться. Дай человеку послакать, он постоянно хочет на замену. Ну да, чуть-чуть. В танке или в ДТ? Трэш почистим, решим. Ну, скорее всего, в танке будешь. Вы думаете, зачем я анхолик это сделал? Чтобы Неликса бафать? Скажи, тебе хоть платить за это? Да какой там, он там и триксы, и все подряд выманивает. Потом еще говорит, зачем мне таланты на минус агро, да? Каждого робота можно на Алекса унижать. Ты своему байеру скажешь, что он пошнулся? Ага, да, сейчас я ему в 10 скажу. Он там сидит в гостиной. Между делом перекура не было. Вы по какой причине стоите АФК и не бьете? Сейчас кто стоит АФК, гребет ГП. На первом же РЧ на АФК. Поехали. Два человека, кто ничего не нажал, получают ГП. Кто эти избранные? ПСФ. Очень хорошая практика. Очень дисциплинирует. А Конника писал, что он этот отойдет на что-то там минуту или что-то такое. Написал. Сейчас прокручу чат. Там даже манник видел. На минуту, да? Минуту отойду, вон, да. Не, ну он предупредил 32. Хотя бы. 19. Ну, вообще-то уже прошло 5 минут. Я думаю, разница есть. Чё, КПшку мне дали, да? Все, это последний трэш. Ну потому что не надо уходить в АФК, не предупредив об этом предварительно. 8 человек или хуй знает сколько стоит в проходе, ничего не делает. Трэш очень долго бьется. 2 из них получили КП, правильно? Потому что абсолютно все подтвердили РЧ на АФК, как я это сказал, кроме тебя и Конь. Сереж, БЕ банк
БУЕ в ГБ. Как в воронке. А можно будет, если вы око пойдете на Солариан босса? Сходить? Если никому не нужны будут твои запы, то зайдешь. Вот, так это весь трэш был, походу. Кават в танке. Блэккиллер на боссе. На трэше у нас будет Кават с Пегастрием. Все остальные в ДД. А можно сум, пожалуйста? Локи, шкаф. Кават, да, берет сплетение. Да. Что раздать? Че хочешь? Только не кулак. У меня этот байер, который, которому нужна любая дренька на ханта. Прям чует, когда мы к Маргриму подходит. Может, он а с кем я на трэше? Не знаю, может быть. Ты ему Солара предложи хэмочку. Прекращаем флот на трэше и Пегастри, и Кават на боссе Блэккиллер. Рчена. Сейчас, погоди, я про баф спорюсь. А это, блядь, что я хотел спросить? В аптеке сколько вот эта хуйня намордник стоит, которые люди ходят, блять, по улице? Там их нет уже. Нет их в аптеке. Давно. А смысл, а где их покупать надо? Я, допустим, шью. Я просто Авито покупаю. С аптек все везут туда. И примерно, почем она стоит, эта хуйня? Рублей 100. По-разному. До 500 рублей. Зависит от качества. Класс защиты и все остальное. Армейские противогазы новые там примерно 1000 стоят. Редлар противогаз. Все, следующих я буду ловить, надувая охраной.
чего там трэш-то не заводите? Ну, ловил 4 пака. Сейчас на бил юзает. Знакомая история, да? Ну, два раза подряд. Причем под проки все. Класс. А что, тут босса надо бить, что ли? Я обычно от фонтана крыли только беру. Брось, поставьте там, пожалуйста. Не заводи. На гидрос остаюсь? Да. Мара, чё я тебе предлагаю? Чё? Зачем тебе противогаз? Чего ты взяла, что мне нужен противогаз? Да ты рофли, ну зачем тебе маска? Тебе вышли по почте, чтоб много не разговаривал. А мне не надо, у меня много их. У нас штраф, штраф, короче, вели, блядь, на эту хуйню. Да, вот у нас тоже штраф, мы до этого не носили. А нас даже... в городе запретили использовать шишики, продавать маски, которые не стерильные, не соответствуют ГОСТам. А толку? А толку, даже сами врачи говорят, что их нужно после улицы постирать, погладить. Толку. Да, ну, толку нет, но... Стерильность-то пропадает. Понимаешь, самое главное запретить. Маска на 6 часов уйдет, а потом выкидывается она, если бы не знал. Кто-то говорит на 6, кто-то на 15. Знаешь, забавная ситуация, когда их дефицит по городу, ну, по цене они там на 2000% накрутка идет, но их вообще нету. Особенно вот эта топовая тема, когда надо маски. Да, и запрещают нас... ходить без маски, но запрещают продавать те, которые это самодельные. У нас... Самодельных налоги ж никто не платит. У нас знакомый есть, он работает на заводе, они там эти маски шьют. У нас эти одноразовых масок 200 штук уже дома. И честно говоря, они прям вообще тонюсенькие. Даже стерильные, а то... Да они влажные, становятся очень быстро и разваливаются просто. Они синтетические вообще. Больше 6 часов нельзя. Да они за 2 часа уже влажные. Потом она только собирает микробы, и ты ими дышишь просто-напросто. Смотря как оденешь себе. Наизнанку?
неправильно одеваю. Резинкой вперед, а марлей назад одевают, что ли, неправильно? Это не синтетические, вообще там дышать невозможно у этих. Хотя они тоненькие. Нелик стопудово себе на локоть куда-нибудь надевает. Неликс, надень, как там надевают, скинь скрин, фотку в дис. И, допустим, ткань синтетическая вообще я не переношу, мне некомфортно. А тут на лицо, блин, да ну, в жизни не надену. Хотя, повторюсь, я не вижу. Вместо кроссов надел. Сказали, что лучше всего маски, которые из марли, и которые уже стирались хотя бы 1-2 раза, они намного лучше улавливают все, чем новые даже. Из марли можно сделать то, что кожей можно сделать в сторону марлевого. От чего маски-то одеваешь? От пыли, что ли? От дурости, блин. От дурости или для дурости? Я больше скажу. Еще с резиновыми перчатками просят ходить. Но это уже совсем перебор. Чтобы экзема потом началась у людей, да? Аллергические всякие эти. Как в резиновых можно ходить? Там ее я красил, когда машины полчаса, и у тебя течет просто из-под нее. Мы одевали, покупали тонкие специальные такие сверху, потом одевали резиновые. Тогда еще нормально. Редвар, Коника, слышите меня? А. Оба два. Ну, я тут, а чё? Болячки, болячки. Коника. Снова АФК, понятно. Так ты РЧ проведи. Не трогайте мобов. Что это? Ты типа опять проверку проводишь? Он так-то редко АФК. Да нет, я хотел амнистию вам устроить, но, видимо, не судьба. Да и хуй всем на эти стопы, господи. Пусть алутани вот этого моба Иванова. Короче говоря, Коник и Редвар, если вам надо АФК, вы предупреждаете об этом меня в личку на конкретное время, которое вам... Не больше обязательно. Два человека — это предел мечтаний. Обязательно предупредить меня в личку на время, которое вы отходите. В следующий раз я ГП с вас не сниму. Так, на боссе Коват. Блэк Киллер с эпигастрием на трэше. Блэк справа, эпигастрий слева. Там Джокер, все добавили его. Шкаф. Думаю, что ему место надо было. Джокер, ты тут? Да. Сумонин. Нету, пока жду. Сейчас придет. А починг есть у кого-нибудь? Кто на боссе еще раз? Джифса поставил на боссе Коват. РЧ на бафу и пул. Если не трудно, бафните, пожалуйста, кулак по петам тоже. Спасибо. Какой? Это ему бафните есть?
Перевожу, перебегите. Че, может, последний раз переведешь? Нет, пока резно сняю. Просто до конца босса все равно не дотанчишь, наверное. Пока есть резность, не встаю. Перевожу, перебеги. Блять. Ловите. Держим, держим, держим. Все, и выйдем. О, да вы чё? Значит, коват переел. Не буду говорить, кто сорвал. Ну это было, конечно, да, круто. Он не даже на пол не попал. Странная хуйня. Я даже, по-моему, видел, кто сорвал. Да это, скорее всего, все видели. Я не знаю, как так на рельзе можно сорвать варом, блядь. Меня хуй бить. Так я не вплотную был, далеко от меня стоит. Может, доты? Сейчас бы сказать всем перебежать, и все равно все остались. Перебежало человека 3, по-моему. А я сказал перебегите. Рыба стоит. Ну а что делать?